Полевая запись. 14 дней назад. Мадам, отойдите от двери. Я ищу своего парня. Только что здесь был. Мадам, вам сюда нельзя. Отойдите, или я буду стрелять. Что? Ну я... Слышите, отец? Джеймс, как раз хотел тебе звонить. Ты не поверишь, но дозор выпускает лекарство под названием «Белый свет». Операцией командует командир Галлахер. Я разберусь. Спасибо, отец. Тебе спасибо, Джеймс. Напомнил, на что способно человечество. Уж точно на многое. Командир Галлахер, это Ред Краун. Зараженные удерживают мосты, ведущие в красную зону. Запрос. Вы уже готовы развернуть белый свет? Прием. Вас понял, Ред Краун. У нас готовы канистры с белым светом. Мы очистим дорогу. Прием. Галлахер. Это имя я часто слышал в этой норе. Здесь что-то не так. Всем бойцам, это Ред Краун. Идет развертывание белого света. Группа обнаружила Хэллера. Штука газа.
Ред Краун, это командир Галлахер. Белый свет теперь в квадрате 07. Проверяем наличие следов. Нельзя так обращаться с родственниками. Так и знал, что встретимся. Ред Краун, это Коттонмаус 2-1. На нас напал враг. Он погнался за Галлахером, а Галлахер теперь развит. Принято, Коттонмаус 2-1. Подтвердите статус Галлахера. Прием. Он один из них. Жду приказов. Принято, 2-1. Ждите. Прием. Ред Краун, сообщаю. Оба объекта сейчас на улице. Оба объекта спустились на уровень улицы. Повторяю, объекты на улице. Наглость по-живому вырежу, Хеллер! Мутировать? Нет, он мутабельный. Сам не меняется, но мы можем его изменить. Ладно, во что? Вы меня не так поняли. Он ни во что не превращается, но приобретает дополнительные свойства, получая новые возможности помимо основных. То есть мы можем придать ему новые побочные эффекты? Да, это я и имею в виду. Теперь пора приступать к бойне. Да это прямо нарушение всех человеческих прав.
отец. Этот командир из программы «Белый свет». Выходит, он один из развитых Мерсера. Развитые? Зачем им нужно лекарство от вируса? Загадка. Ужасное оружие против зараженных, а Мерсер его защищает. Просто бред. Я попробую разобраться, пока не поздно. Архивная запись. 224 дня назад. Объяснитесь. Они на нее забрались, сэр. И вы вмешались и спасли ее. С тем же успехом можно спасать корову или крысу. Еще одна такая выходка и под трибунал. Свободны! Тошнит от этой формы. Радиосообщение. 224 дня назад. Полковник Рукс, в седьмом блоке вспышка ботулизма. Консервы испортились. И? Люди умирают, сэр. Здоровье населения нас не касается. Хотите помочь? Проследите, чтобы эти консервы не попали в черный дозор. Уже в зеленой зоне не так уж чисто.
Вот блин, а я думал, у меня большие яйца. Thank you.
Доктор Бен Лангхэм, ученый из Гентек и глава их команды по боулингу. Чтоб ты был здоров. Кто-нибудь подумал, чем эти твари питаются? Бен, они жрут людей. Просто мое мнение, все вирусные мутанты были людьми, так? А люди всеядные. Нам для выживания требуется 4 группы продуктов, а все вирусные... Это значит, что сейчас на толпу натравит монстров. Надо спешить туда. Пока они не натворили беды. Куда вы, кретины, вообще бежите?
целью. Примени протокол Гентек А7-3-4. Стронгхолд, это Трибушет 1-2. Подтверждаем, мы видим особей. Шустрые же они. Вас понял, 1-2. Продолжайте следить, но огонь не открывать. Отсюда надо. Что, вам не по себе? Да, на нас охотится мужик, который возникает из ниоткуда и жрет цистерны. Похоже, веселое будет время.
Ханс Бертрам, водитель БТР Черного Дозора. Звучит не особо важно. Все равно прибью его. Штуковины не сложнее, чем полноприводным. Да ладно! Знаешь, Бертрам, отличия все же есть. На твой полнопривод вряд ли когда-то прыгали плотоядные мутанты, пытающиеся тебя сожрать. Чтоб дозор за мной гонялся по городу. Придется эти долбанные биосканеры повзрывать. Thank you.
Техно 4-4, Энигис к Мако 4-3 для проведения ремонтных работ. Прием. Вас понял, Мако. Техно 4-4 на подходе. Это Техно 4-4. Я на месте. Сканер работает. Сейчас получу данные. Уже? Почти? Гребаный гентет.